Складной нож сегодня покажем. Всем здравствуйте. Это нож Броулер от компании Керш. Вот его артикул, вот его название, вот его коробка. Нож полностью в черном цвете. Это такой вот плавничок, флиппер с ассистом. Очень легко вылетает. Сталь бюджетная, среднего класса. Восьмихром 13 молибден ванадий. Сразу видим, это танта, да, вот ребро жесткости. Спуски у нас линзовидные. DLC коутинг покрытия. По обуху в резучие насечки. Клипса косевому узлу может быть переориентирована на все четыре стороны. Кому как угодно. Надежный лайнер-лок. Покажу, как он фиксирует. Вес ножа 110 грамм. 18 сантиметров общая длина. 10,4 в сложенном состоянии. И клинок 7,6. Вот такой складник Танта от компании Кершу. Надеюсь, было информативно. Всем пока!